обязательно нужен американский флаг. Везде прилепить, блин. Эталон развития. Так и хочется пёрнуть. Но почему? В чем секрет успеха грёбаных штатов с луком? Это размышление возле парадного подъезда. Шишки. Вот такая хуйня. Вот вышел я вечером и сижу здесь. И просто сижу и думаю, ну а что делать-то? Чем можно еще в этой грёбаной деревне заниматься? Сидишь, блядь. Тишину ловишь. Разве можно здесь развиваться? А я все сижу и думаю, что надо убираться отсюда и заниматься делом. Но не знаю... Не, куда-то я знаю, а вот на что? Это ж нужно иметь баблище. А где здесь деньги взять? Я говорю, может, зефир возьмешь? Да у тебя и так жопа слипнет собой. Ты чё? Ну смотри. Зефирку. Блин. Это ж вредно, блин. Смотри. Всего лишь 55 рублей. Да ты, блядь, пиздец, ты улетишь, блядь, застрелись нахер. Ха, шука, блядь, шука. Смотри, 75 рублей. Чё, они ебанулись, что ли, совсем? 75 рублей. Охренеть. Ну всё, блядь, пошли в другой магазин, блядь.